Здравия, добрые молодцы, красные девицы. Иван Царевич подготовил новую книгу «Вечный календарь» на основе народного крестьянского календаря месяца слова. 21 октября. Ознобицы, Трифон и Пелагея. Также этот праздник называется Ознобуха, Починки, Палашка, Зябушка. Я подготовил все народные названия каждого дня в году. И благодаря этому чудесному календарю можно сделать каждый день больше наполненным смыслом. И как красиво вписаться в природные ритмы. С Трифона Пелагея все холоднее. Худо, коли зима врасплох застанет, шапкой с ног свалит. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет. С Пелагеи начинаются женские посиделки и мужские дела. С Якова за дровами. И что интересно, мы с Серым Волком сейчас добрались в Пятигорск, а здесь, оказывается, столица шуб, да? Точно. Здесь испокон веков шубы шьют. И как раз, а мы изучаем с вами народный календарь. Народная традиция в этот день – подготовка одежды и обуви к зиме, вязание теплой одежды, рубка деревьев, опускание в омуты на зиму, бочек с мочеными огурцами, квашеной капустой. На Святой Руси на Трифона приближение зимы становилось все более ощутимым. С Трифона Пелагеи все холоднее, говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Ладушки жены в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет, поговаривали в этот день. Для тех, кто собирается жениться или выходить замуж, также готовилась новая одежда. В эти дни хозяева опускали на норек бочки с мочеными огурцами, квашеной капустой. Это было удачное изобретение русского народа. Подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже 0 градусов. Поэтому продукты не портились и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки на свет Божий. И на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы. Приметы. С Трифона и Пелагеи начинается похолодание. Если луна в кругах виднеется, то по приметам лето будет сухим. Если около солнца появился туманный круг, это к сухой и ясной погоде. Лес сереет к морозу. Поздние грибы, поздний снег. Дятел долбит дерево, начиная снизу и поднимается кверху, сдирая всю кору. Это к суровой и снежной зиме. Давайте мы с вами, дети природы, будем жить по природному календарю. Ура!